Привет всем! Вот что вспомнил. Давно уже спрашивали, как можно нарисовать ворота. Вот такие вот в учебных целях. Потому что бывает, если мы летаем на современных вертолетах, у нас там навигация наворочена, и на шлемные всякие разные, и все мы видим, все знаем относительно Земли. Можно никуда не заморачиваться на приборы, а лететь чисто вот на автопилотах. Но если вы летите вот на вот этом, то у нас же здесь мало того, что все в футах. Пока это все высчитаешь, пока за всеми приборами уследишь, тут еще коробка механическая, тут все руками. Поэтому можно нарисовать себе миссии вот такие ворота, знаете для чего? Чтобы можно было вот вручную лететь сквозь ворота, допустим, на ту же посадку, нарисовать себе маршрут на ухе там или на каком-то еще простом вертолете и ориентироваться вот по высоте, по скорости, попадать в ворота, видеть, как визуально находится площадка относительно каких там приборов. Это вот как в учебных целях можно сделать. Поэтому мы сейчас посмотрим, что можно в редакторе вот такое нарисовать. Обратите внимание, что здесь вот сейчас высота над уровнем моря 45 метров. И вот эти первые ворота наполовину притоплены. Они идут как посередине около юнита. На ППМ юнита они вот посередине, поэтому они утопленные. Ворота повыше, по идее, должны быть. Я поэтому следующие ППМ взял немного по другим высотам. То есть стартовый ППМ всегда у нас ворота будут стоять вот так вот полуутопленные. А те я маленько приподнял, сейчас покажу как. Поэтому в редакторе сейчас мы быстренько все это дело и глянем. Вот. Смотрите, вот мы взлетаем отсюда, летим сюда и заходим на посадку вот на этот маленький аэродром. Мы... Игрок, юнит, называемся мы Ух. Пилот Ух-1. Смотрите, мы расставляем себе маршрут. Ну, расставляем такой простой. Вот мы едем, например, по рулежке, выезжаем на полосу второй. Потом начинаем разгоняться, взлетать. Третий ППМ у нас вот, за полосой, там где-то в километр. Мы поднимаемся на высоту 100 метров. Высота должна быть над уровнем моря, ой, над уровнем земли. Потому что над уровнем моря там еще плюс 45, замучишься считать. Нам надо вывесить ворота. Разгоняемся дальше еще на пару километров. Высота уже 150. Опять же, везде над уровнем земли. Ну, скорость 160, можете там сами вычеркнуть. Потом поворот. Следующий ППМ. Высота 200 над уровнем земли. Нам надо, я еще раз напоминаю, вывесить ворота. Над уровнем моря будет тяжело высчитывать там. Потом... Мы летим же над землей? Над землей. Следующая высота 200 метров. Всего над уровнем земли. Потом вот здесь поворачиваем. Уже у нас 150 метров. Скорость можете сами там смотреть. Но мы сейчас именно ориентируемся в пространстве относительно земли по воротам. Будем заходить на посадку. Вот, например, 100 метров. 100 метров. Вот здесь заходим на посадку уже 70. Допустим, даже можно сделать меньше, потому что вот здесь вот над торцом полосы уже надо метров на 40 висеть. Ну, допустим, 50 напишем. И уже здесь, допустим, будем сажать пока вот сюда. Вот здесь вот. Чтобы потом сесть и спокойно урулить на стоянку. Вот. Теперь смотрите, что по триггерам. Короче, мы растолкали ППМов. Теперь самое главное, тут триггер на один единственный. Миссию я вам обязательно дам. Просто разберете, если что не запомнили. Смотрите. Триггер вот здесь простой, один единственный больше нету. Итак, триггер называем его просто ворота. Один раз. Правила нету. Смотрите. Первое действие. Установить активные ворота на ППМ. Для кого? Для Ух-1. Ну, номер один. Еще раз. Устанавливаем активные ворота для Ух-1 на ППМ. Это получается, что на всех ППМах теперь появляются ворота. Но второе действие. Отображать ворота для юнита Ух-1. То есть не для всех, а для Ух-1. Если, например, вы на танке будете ездить, то напишите ворота отображать там для танка. Чтобы не всем подряд это было видно, чтобы не мешали. А именно для вас. Поэтому сейчас вот здесь на каждом ППМе будут ворота. И отображаться они будут только для Уха. Для юнита Ух-1. Еще раз. Устанавливаем для начала активные ворота для Ух-1
на ППМах. То есть на всех ППМах устанавливаем активные ворота для уха. И все, отображаем активные ворота для юнита уха. Все. Теперь мы будем это дело смотреть. Наша задача сейчас пролететь вот по этому маршруту. Но мы сейчас на свободной камере это все и сделаем. То есть сейчас мы, начинающий уховод, должны удержаться просто в седле, уже не смотрим на приборы, а вот должны прилететь вот этот маршрут. Поехали. То есть мы сейчас двигаемся сквозь ворота. Они сейчас пока на земле. Поехали. Выезжаем сюда. Потом выезжаем на полосу. Выехали. Выехали. Теперь вон там впереди следующие ворота. Их плохо видно, но мы сейчас подъедем ближе. Начинаем разгоняться и взлетать. Вот здесь ворота у нас на высоте там 80 метров. Или, ну вот, 100 метров. Пролетели. Вон впереди следующие ворота. Летим на высоту 150. Пролетели. Раз. Посередине летите, как раз высота. Потом вон ворота на высоте 200. Летим на них. Пока на приборы не смотрим, чисто попадаем в ворота. Летим сюда. Потом попадаем еще вот в эти ворота. А вот здесь теперь надо поворачивать. Нам надо обойти аэродром и зайти с той стороны. Мы видим ворота вон там прямо. Летим параллельно взлетной полосе. Вот в эти ворота постепенно снижаясь. Пролетели аккуратненько, поворачиваем налево и видим ворота вон те. Проскакиваем сквозь них, поворачиваем налево и видим ворота на посадку. Вон они. Начинаем медленно снижаться, вот так. И как бы попадаем, скорость сбрасываем, снижаемся. И вот здесь вот приблизительно садимся, вот. Но ворота видно далеко, отовсюду, они зеленые, вот видите, блестящие, страшные. Полетели обратно. Вон наша стартовая позиция, то есть ворота будете видеть далеко. Они, видите, такие вот голограммные. Вот наш старт. О, эти опять боеприпасы забыли. В общем, вот отсюда и начинается. Поэтому ворота будут для вас светиться, не для всех, а для вас. Вы можете вот так вот учиться, выезжать сюда, сюда и полететь. Вот такая вот фишка. Ну давайте. Всем пока. Ворота видно. Если сделать такую еще темнее, здесь у меня 6:30 вечера, тучки нагнать, можно потемнее сделать, их вообще вот видно черт знает куда. И вы можете смело все это дело научиться. Ну вот приблизительно вот так. Ну давайте, всем пока.